хорош, успел. Успешно! Я успел! Пацаны, какую цифру выбрать? Здорово всем, ребята, Кентуха на проводе. И прямо сегодня я буду залетать на разные стримы к разным популярным стримерам и не очень популярным. И я буду им загадывать всего лишь одно задание, чтобы они угадали цифру от 1 до 5. Если они угадают мою цифру, а это цифра 5, то я буду им донатить промокод на нож бабочку Легаси. Ну что же, поехали! С вас лайк, подписка. Все эти промокоды есть в описании. Первый стример, которому я хотел бы залететь, это у нас будет ТикТак, потому что он прямо сейчас стримит, я уже все подготовил. Давайте-ка мы прямо сейчас им отправим донатик, уже даже написал текст. Скажи любую цифру от 1 до 5, если угадаешь, тебя будет ждать приз. Отправляем и смотрим его реакцию. Опа, опа, пришел донатик. Летает. Опа, Кент АПК, блин, спасибо. Здорово, тебе. Брат. Не знаю, фейк это или не фейк. Скажи любую цифру от 1 до 5, если угадаешь, тебя будет ждать приз. Так, подождите, у меня, во-первых, во-первых, самый главный вопрос, настоящий это Кент АПК или нет, или мне. Конечно, настоящий! Конфликт? А второй вопрос, если это настоящий Кент АПК, то я надеюсь, приз будет! Это фоточка без трусов! А-а-а. Ладно, шутка. Шутка. Ну слушайте, от 1 до 5. Ну, Фрэнкенштейн. От 1 до 5 надо угадать. Блин. Ну слушайте, мне Кентуха не говорил, что он какую-то рубрику снимает. Давай, Сань, не подведи! Сразу давайте откинем 2,4 цифры. 2,4, я не люблю счетные цифры. Ну я бы 3 точно не загадал бы. 3, 5. Ну Бог любит троицу. Троицу. Но я все время, когда говорю 3, я все время не угадываю почему-то. Поэтому давайте 5. Короче, цифра. Ни хрена себе он аналитик. Поехал ему. Цифра 5, бро. Я просто в шоке. Нифига себе он аналитик. Ребята, я говорю сразу, мы с ним заранее не договаривались. Я просто в шоке, что происходит. У него стрим только начался. Так, ладно. Саня угадал, поэтому он получает приз, а именно промокод на нож бабочку Легаси. Давайте отправим следующий донат. Я только что отправил ему сообщение. Я очень надеюсь, что он успеет самый первый активировать. Сань, веди промокод, води. Давай быстрее. Опа! Так. Хорош, успел. Опа! Успешно! Я успел! Промокод! Капец! У меня самая быстрая рука на Диком Западе. Я только увидел цифры. Я просто в шоке. Понял, что это промокод. Капец, ты аналитик, держи. Слушайте, мне кажется, он сразу понял, что будет промокод, и поэтому уже готовился вводить промокод. Не, хорош. Угадал. Там задроп. Охля. Я же представляю миллионы голды на моем счету. Я же представляю, как я сижу в этом кресле, как магнат, и раскидываю голдой. Так. Блин, обидно будет. Давай, Сань, заходи в инвентарь. Аркана за 200 голды. Ладно, давайте. Ни хрена себе зажрался. Я смотрю, что это за промокодик такой у нас. Плюсик в чате. Ладно, господи, лишь бы там был какой-нибудь нож. Раз, два, три. Еба! Легаси бабочку! Вот это... Братанчик, давай еще челлендж, пожалуйста. Мне нравятся такие челленджи. Охренеть, легочка. Легаси бабочка, 2700 на балансе. Пацаны, походу мы открываем не 10 кейсов, а 20. Вот так вот, пацаны. Кстати, пацаны, хотел бы один нож бабочку разыграть вам. Вам надо просто прямо сейчас поставить лайк, подписаться на мой канал и посмотреть это видео до конца, потому что прямо сейчас мы пойдем пранковать другого стримера. Ну что же, только что нашел еще одного начинающего стримера. Ребята, давайте-ка прямо сейчас ему кинем тот же самый донат, чтобы он попробовал угадать цифру от 1 до 5. Я очень надеюсь, что ему повезет, и он получит промокод на нож бабочку Легаси. Поехали отправлять. Спасибо за донат, за 50 рубликов. Спасибо. Мани, задонать ты мне. Так. Угадай цифру от 1 года 5. Если угадаешь, тебя будет ждать приз. Только в лобби желательно выйди. Один. Блин, чувак! Только давайте еще. Дадим еще раз вторую попытку. Все, last round. А, нет, победа. 5 minutes later. Денюшка. Даю еще один шанс. Давай. Ну, я всегда говорил один, ну ладно, раз ты даешь шанс, и можно сказать, кроме один, другой, я всегда говорю один, потому что один, это означает, что я самый первый, самый крутой, да, брат, самый лучший, тут, и стремиться к этому надо. Ну, скажи 5. Но, допустим. Четное число скажу, 4. Блин, как же пусть будет 4. Сорян, бро, ты не угадал. Мне эта цифра нравится, четная. Пусть будет 4. Ты был близок. Ну шо, пацаны, а вот прямо сейчас мы попробуем пранкануть мафиозника. Я очень надеюсь, что он сможет угадать нужную цифру. Давай, дед, отправляй донат, поехали.
Ну что же, только что я отправил донат мафиознику. Смотрим. Я очень надеюсь, что он угадает. Поехали. Как дела? Лида. Блин, пацаны, какую цифру выбрать? Ребята, в чат! Да нельзя так, они подскажут! Они подскажут! Дайте цифру, быстро! Я тут за тройку задумался. Братан, 3! А с ним, кстати, за 49 рублей, май соя. Граната! Это была цифра 5! Это была цифра 5, ты был близок! Лежит уже. В чате подсказали или нет? Я выберу 3! Как думаете, в чате? Блин, и в чате никто не подсказал! Я ж только что тик-так отправлял, донат, вы че прикалываетесь? Эх, к сожалению, мафиозник не угадал. Увы. Ну что же, я нашел еще одного начинающего стримера, давайте ему кинем то же самое задание. Я очень надеюсь, что он угадает, тем более у них вроде бы как закончилась катка, поэтому надо как можно быстрее отправлять ему донат. Угадай цифру от одного года пятити. Давай, брат, угадай. Скажи 5. Бля, прикинь, если мне 5 не врут. Ну человек 35, главное, когда в чате пишут, и там пишут, что неправильно я угадал. Ну давай, угадывай, угадывай, угадывай. Потому что они ничего не загадывали. А тут человек 35 рублей задонатил. Может, в натуре меня сейчас ебать? Это мой шанс, пацаны. Ребят, может, это реально мой шанс, и в этот раз меня обманывают. Я не могу, как смешной. Че он делает? Блин, на 3 тянет почему-то. Да почему все 3? Меня почему-то тянет на 3. Ай, блин, давайте, еще одна попытка. Опять я проебался, да? Либо 5, либо 3. Не, мой окончательный ответ 5, но... Что? Либо 5? 5? Либо 3. Парень максимально позитивный. Я считаю, надо ему дать промокодик. Я думаю, можно, 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 можно. Отправил, отправил донат, отправил донат! АВМ. Отправил донат. АВМ. Давай! Успей донат приди! Буду донит 3 голды какой-то. Быстрее вводи промо. Не угадал, да. Быстрее вводи промо. Давай! Да не то-то! Куда вводить? В магазин! Куда вводить? В магазин! Куда? В магазин! Куда водить, пацаны, быстрее, куда водить? В магазин! Куда водить, куда, куда? В магазин! Да, я не знаю, куда промокоды водить. Блин, я ему сейчас в чат напишу магазин промо. Ага! Я что, не успел? А, это реально Кент! Жест! Братан, я что, не успел? Ай, я угадал цифры, не успел! А, давайте, давайте дадим еще один шанс. Отправил, отправил, отправил! Потерял. Почин отправил. Смотрим. Давай, братан! Мы в тебя верим! Да! Успешно! Он в офиге! Братан, поздравляю! Бедные соседи! Я только недавно говорил, то что единственный нож, который нравится, это Легаси. Бабочка. Это судьба. Ёпта. Значит, это судьба. Ну а прямо сейчас будет самое интересное. Я говорю специально очень тихо, потому что моя девушка в соседней комнате скоро будет начинать стримить. И я задам ей тот же самый вопрос. Какая цифра от 1 до 5? Надеюсь, Анетка, ты угадаешь. Короче, ребята, прямо сейчас мы все это начинаем с ней вершить. Так, ну что же, я уже зашел в донейшн. Оплачиваю прямо сейчас с Киви. Оплатил. Все, и Анетке прямо сейчас должен прийти донатик. Давай, Анетка. Давай, Анетка! А кто это? Кто? Назови хорошую цифру, я тебя прошу. Анетка, лучше приведи CrowBS 7, кстати. Давно не видела. CrowBS, где ты? Пропадал. Или... Она что, заигнорила? Вот курица! 30 на 35 рублей мне заскамила. Так, давайте еще раз отправим. 5. Я не понимаю, что она там все рисует? Для тех, кто не понимает, что происходит, она написала две цифры на листочках. 3-5, 3-5. А вдруг я вообще это один? Короче, вот, что это... Ой, это, блин, 5, это не 5, блин, я думала, это 3. Ну, короче, тут пишет на листочке 5, но я за 3. Ну, ты засчитывай. Да все, короче, все, все, все. Я не понимаю, ох уж эти женщины. Так, ну что же, ребятки, отправляю Анетке третий донат. Ох уж эта Анетка только и скамит меня донаты. Так, все. И смотрим, смотрим, смотрим. Надеюсь, Анетка успеет ввести промокод. Быстрее. Быстрее. Давай. Успешно! Ну шо, я ж... А, нет, как же я сильно тебя люблю! Я уже испугался, а был промокод нерабочий. Ладно, все, смотрю! А, нет, две нетки! Давай! Две нетки! А как это две нетки? А это как я угадала?
Угадала, пятерка. Пять. Все, давай, не мешай. Если вам понравилась подобная рубрика, прямо сейчас, ребята, набираем 5000 лайков. Но если вы прямо сейчас все прожмете по лайку, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий, то еще кто-то из вас сможет получить совершенно бесплатно легаси. Всем удачи, всем пока.